Доброе утро, мои дорогие. Прям с утра солнышко, но не жарко совсем. Ну что, у меня сегодня вторая попытка попасть в РЭС на почту. Зря вчера проездила. Ой, надо мне купить, не забыть гипс и силиконовый герметик. Надо записать, а то забуду. Руки покоя не дают. Так что... Ну, хорошо, хоть ветра нет. Вот такая погода, да. То снег, то солнышко. Прям вот собираешься и не знаешь, чего одевать. Что будет через час. Ну, ладно, начинаем день. Время у меня еще есть до автобуса. Высохло у меня там молд. Сейчас я вам покажу, что получилось. Ой, мои дорогие, вот сделала тут, попробовала первый раз. Хочу вместе с вами посмотреть, что получилось. Я в молд залила один раз ПВА. Прям вот по... Ну, прям вот, прям целиком залила. На следующий день у меня это высохло. Я залила еще раз. И так три раза я заливала. Не знаю, сейчас попробую достать, что тут получилось. Так. Они тут склеились между собой. Это надо, конечно, все будет отрезать лишнее. Обычный у меня ПВА какой-то строительный. Ну, вот где-то. Так, ну это да, нужно. Вот тут что-то вообще дырочка получилась. А так, в общем-то, сейчас я обрежу. Они такие тоненькие, такие нежненькие. В общем, короче говоря, вот это все нужно лишнее обрезать. Вот, я потом обрежу и вам покажу. Но, в общем-то, смотрите, они такие мягкие. Их можно приклеить куда-то вот так вот, да, вот изогнуть. Прям как кружевные. Ну, долго, конечно, для меня вот это несколько дней. Я люблю все быстро. И вижу-то плохо. Ножницы какие-то не те, видимо, взяла. Вот, так что, мои хорошие, если у вас нет под руками из чего сделать, ну, массы, да, какой-то, или вам нужно вот именно вот такое мягкое, которое легко гнется, можно просто из обычного клепового, ну, придется повозиться, пообрезать. И все. Сейчас. В общем, я вырежу, вам покажу. Ну, что хочу сказать. Ну, сами видите, это еще не с моим зрением вырезать вот это практически прозрачное. Это надо будет ковыряться. А так вот мне очень понравилось, здорово. Вообще ночью вот она вся гнется. Куда хочешь, на бутылку, на банку. Можно приклеить. Вот мне надо еще такую сделать. Чтобы можно было куда-то ее, куда-то это приклеить. Вот, так что, девчонки, можно, собственно,
и молды самим сделать, и оттиски с молдов. Что хорошо, что это все практически из того, что вот у меня, например, дома есть, так как я этим делом занимаюсь. Вот, так что, кому нужно, пользуйтесь. Ну вот, стою на остановке. Маршрутка не пришла. Все как в порядке вещей. Витя позвонил. Был в Евпатории, нет там белого цемента. Ну что вот за жизнь, а? Где его покупать? В Симферополь за ним ехать? Да он золотой будет, этот белый цемент. Позвонила Толику. А сегодня цыганский рынок, он, видно, там с женой, наверное, на рынке. Когда он приедет? Сейчас, говорит, приеду. Уже прошло минут 15. Вчера был не мой день. И сегодня как-то начинается не очень радостно. Ладно, буду ждать, что делать-то. Ехать-то надо. Холодно, плюс 2 всего. Не видно его. Приехал. Вот. Получила богачество. Это от Ларисы Артамоновой из Воскресенска. Давно она лежит. Я только уехала в Мурманск, а она пришла. И моя одна посылочка. Еще одна придет. Ну вот, опять Толик только укатил по своим делам. Сейчас опять ждать его надо. Ой, сейчас подвозили женщину. Ну, подвозили. Толик подвозил. Подвозили. Сколько прямо слышала слов каких хороших. Ой, и приятный, и красивый, и умный, и прям ответственный. Ой-ой-ой. Вот так у нас Толика ценят. Да, на расхват. Только сядешь, уже звонят. Уже нужен. И причем ни разу мужчин не было. Толик, ты замечаешь? Все время женщины. Все время. Одни женщины. Вот он, баба-укладчик. Баба-укладчик черноморский. Одни тетеньки. Ну вот, приехали в РЭС, а там обед. Надо чего-то целый час сделать. А сегодня цыганский рынок. Мне нужно купить силиконовый герметик. Вот сейчас я туда и схожу. Ну и посмотреть, чего да когда вам показать. Вот смотрите, не было ветра, а сейчас ветер поднялся. Свекла 30, морковка 40. Вон редька арбузная. Репа. Чего только нет. Так. Мандарины у всех одни. Говорят, сладкие-сладкие. Но у них они такие жесткие. Не знаю. Ой, запахи какие-то вкусные. А что значит, я ничего не поела с утра? Кофе попила пустой, и все. Вон и казаны. Ой, смотрите, какая посуда-то какая. Такие блюда огромные. И маленькие, и пиалушечки. Ой, вот если Бог даст, буду уезжать из Крыма. Я себе куплю на память.
посуду такую. Уже время больше 12, уже народу мало. Тут как-то все с утра. Ну, ребята в нарды играют. Правильно, а что время будет зря пропадать? Так, я пойду схожу сейчас в оптовичок. А вдруг там какие бусинки появились? Ой, какую вывеску-то сделали. Блестяще. Какие цветочки хорошенькие, да? Да, уже многие собираются. Орех. Крупа всякая. До свидания, ребята, удачи вам. Ну что, я вернулась домой. Сняла сейчас распаковку Ларисиной посылки. Я просто в шоке. В хорошем шоке. Просто вот. А это еще пришла моя посылка. Я вам хочу показать. Я купила вот такую птицу, петушка, в комиссионке в детских игрушках. А знаете, для чего купила? У меня огромное количество ракушек, которые я просто уже не знаю, куда их складывать. И не хочется, чтобы они пылились. Так что вот насыплю туда ракушек и где-нибудь поставлю. Ну, вот ну надо, да? Вот что бабушке нужно для счастья? Девчонки, вы не представляете, я так соскучилась по хамсе, что прям... Вот представляете, хлебушек черненький, прям на бумажке, такой кайф. Главное, поставила картошку варить, а сама не могла выдержать. Ой, вот еще не хватает стакана водки и прям, ну, бич теплотрассника. Ой, ну что, вот опять жалуюсь. Ну а как? Ну а как? Кто вам расскажет, как на самом деле вот здесь живется? Ой, хочу сказать, встала на солнышко, прям солнышко припекает. Что, Масяня? Что, мой солнышко? Что? Приехала, да, 6 числа. Понимаю, что интернет у меня отключен. Я сразу поехала, заплатила. У меня там было на счету 400 с чем-то рублей. Я еще 600 рублей заплатила. Пока доехала до дома, все хорошо, включен интернет. А он, видимо, был и не выключен. Ну, я-то не в курсе. Сегодня приходит мне смс-ка. Заплатите 662 рубля. Excuse me. Три дня назад я заплатила. Звоню. Молодой человек, вот это то да сё. А вы сказали, значит... Я говорю, а для чего я звонила? Я позвонила и сказала, что я улетаю на какое-то время. Мне сказали, вот, ну, когда я звонила, мне сказали, приедете, заплатите. Я говорю, я приехала, заплатила. И он мне опять, вы говорили заблокировать номер? Да мать твою. Хорошо, все телефонные звонки записываются. Сейчас я посмотрю и вам через 5 минут, нет, в течение 5 минут я вам позвоню. Прошло 40 минут. Ни ответа, ни привета. Я, значит, это самое, залезла. А отзывы-то какие? Батюшки ты мои. Только негатив. Батюшки, отношение к клиентам ужасное. Обслуживание
Господи, как же там написано-то? Обслуживание безобразное. Ничего себе. Ну и что, придется завтра платить? Еще 600 рублей, видимо. Вот помните, был полигон? Я все время жаловалась, что интернет отключали, там сутками не было. Тут вот, тьфу-тьфу-тьфу, есть свет, есть интернет. Но вот посмотрите, как он обходится. Если год назад он был 450 рублей, сейчас уже 1000 рублей, и вот такие вот проблемы. Ну, полное безобразие. Называется это Шарашкина контора «Крым онлайн». Так что никому не советую. Вот такое отношение. Да. Так что завтра я, наверное, окажусь без интернета. Ну, придется платить. А что делать, блин? Сколько же лет надо, чтобы здесь порядок навели? Моей жизни не хватит. Не хватит. И вот когда мне пишут, меня, простите, обсирают, что я тут Крым, это я правду говорю, что есть, то и говорю. Да, Масик. Трется ходит. Вот так вот, мои дорогие. Неприятно, ужасно. Я же не готова каждые 3 дня по 600 рублей платить. Что это? Нашли миллионершу. Посмотрите, как долго цветут подснежники. Вот их. Вон они, вон они, вон они. Смотрите, ведь я уехала. Они уже цвели. Я уже месяц назад уехала в Мурманск. И они все цветут. Повылезали новые, цветут. Миленькие. Миленькие маленькие цветочки. Первая весенняя радость для глаз. Смотрите, какие кактусы страшные. Полегли в дырках. Вон, видите, вон тут поотваливались. Даже не верится, что они встанут. Еще и цвести будут. Что, никто мне не перезвонил за интернет? А без интернета мне нельзя. Ну, я еще, конечно, позвоню, но я так чувствую, что завтра все-таки придется ехать платить. Ну, а что, вырубят и все. Ой. Ну, что скажешь? На Ютубе матом ругаться нельзя, а других слов у меня нет. А я пойду на закат, полюбуюсь и с вами попрощаюсь. Вот здесь, господи. Ой, что, я вышла на закат. Ой, смотрите, какое небо чистое. Ой-ой-ой-ой-ой, ни одного облачка нету. Ой, как здорово. Ну, когда уже потеплеет, когда уже все по ночам минус да минус. И днем еле-еле плюс. Холодно, много носом мне по голым ногам. Да, что-то я выскочила из теплого дома. А тут... Ладно, тогда быстро. Зайчики мои, давайте, не болейте. Не грустите, пусть все у вас будет хорошо. Хорошего вам вечера, спокойной ночи. А я только сейчас проснулась.
Ну вот уснула и все. Прям так захотела спать. Поела и уснула. Буду сейчас сидеть, делать что-нибудь. А вам хорошего вечера и спокойной ночи. Не будьте такими, как я. Не путайте вот это вот день с ночью. Не пойми что. Никакого режима. Хорошо? Ну, давайте, мои золотые. Пока-пока. До завтра. Always alone when the tide is